скандала Акша насчитывается порядка 10 крупных торговых точек и центров, в том числе каскад-парк с детским центром развлечений «Динозаврия». Он стал одним из первых, куда наведались с рейдом представители городской прокуратуры и МЧС. В ходе проверки была изучена вся документация, а также обследованы помещения развлекательного центра. Караоке-бар, боулинг. Особое внимание ревизоры уделили наличию и работоспособности системы сигнализации и пожаротушения, аварийных выходов, а также организации работы по эвакуации людей в случае возникновения ЧП. Как отметили представители надзорных органов, цель проверки – выявить нарушения и оперативно устранить их. Кроме того, спасатели планируют провести внеплановые тренировки для сотрудников торговых центров и увеселительных заведений с целью отработки их действий во время пожара. Отметим, что каскад-парк – не единственное место отдыха горожан, которое было обследовано сегодня. Прокуратура и сотрудники МЧС наведались также в ГКЦ «Нива», в ДК «Металлург». До конца рабочей недели рейды будут организованы в центрах «Лето» и «Плаза», а также других крупных торговых точках города.